Каждое утро Дмитрий решает один и тот же транспортный вопрос. Ему от дома до работы всего-то 3 километра. Расстояние, которое дает возможность выбора. Можно пешком, можно на собственном авто или на такси, или же на общественном транспорте, в конце концов. Или вот еще вариант – электросамокат. Транспорт электрический – это как бы будущее, я так думаю. Может быть, все так считают или многие, но вещь очень хорошая. Экономится время, в пробках не стоим, все красиво, все быстренько, четко, настроение улучшается. Самокат родом из детства, теперь вполне взрослый аппарат. Дмитрий долго приглядывался и выбрал себе настоящий болид в мире самокатов, способный разгоняться аж до 60 км в час. Явные преимущества перед автомобилем – он маленький, юркий, недорогой в обслуживании, не требует места на парковке, при случае его можно сложить в сумку и таскать с собой. Почти машина в кармане. Погода нужна, главное, чтобы снега не было и дождя. Дождь, просто неприятно ехать. Еще недавно электросамокат был экзотикой, но за последние 3-4 года в Риге случился настоящий самокатный бум. Нынче это модный гаджет для всех возрастов. Особенно популярен он среди подростков. Причем покупать его не обязательно, можно просто взять на прокат. Эдгар и Алексей на арендованных электросамокатах обычно возвращаются домой с ночной смены. Довольно-таки дешево, быстро, удобно. Можно сладиться с природой. Можно ли их много где найти сейчас, на самом деле, да. Просто на каждом углу, особенно в центре. И это правда. Электросамокаты теперь на каждом углу. На рынке шеринга, то есть краткосрочной аренды, идет жесткая конкуренция. Латвийская IT-компания Atom Mobility – один из игроков на этом рынке. Она разрабатывает программы шеринга для самых разных видов транспорта. Модель должна быть универсальна для всех городов мира. А тестировать свою платформу латвийские айтишники дома, в Риге, на собственном парке электросамокатов. Рынок микромобильности как таковой сильно развивался, до сих пор еще развивается, растет 30-40% в год. Наша команда как раз хотела заниматься чем-то в рынке микромобильности, так и зародилась идея. Начали делать платформу для шеринга, начали со скутеров, самокатов. Первый сезон, когда мы запустились, спрос превышал наши возможности несколько раз. Особенность шеринг-бизнеса в его пунктуальности. Вся техника должна быть в исправном состоянии, а любую поломку надо устранить в кратчайший период. Каждый вечер дежурные машины собирают свои самокаты по всему городу и отвозят на обслуживание к механику Игорю. Работы у того не в проворот. Время от времени рижане проверяют самокаты на прочность. Колеса, подкрыльники, задние подкрыльники. Трекеры народ у нас любит скручивать. То есть бывает, что на заборе висит, бывает, что на крышу закинут, там, сарая там, или подъезда. Просто закинуть там в Даугаву, например, да, самокат. Есть, которые просто переехала машина, уехала, там, разломала все. Там зарядка. Тут, значит, заряжаются ночью самокаты, утром они выезжают на улицу. По шкале эволюции от электрического самоката до электромопеда ровно один шаг. Но Риге на этот шаг понадобилось 3 года. Первые скутеры для массового пользования появились здесь только весной 2020-го. Это новый сервис от латвийской компании Skok Sharing. Мы поняли, что такой услуги в Латвии нет, и она нужна. Это удобно, дешево и экологично. Рига перегружена транспортом, а на мопеде можно быстро и удобно доехать до любого места назначения. Скутер, в отличие от самоката, транспорт для взрослых от 18 и старше. При регистрации обязательно наличие водительских прав. Пока что бизнес скок-шеринга выглядит как большой эксперимент. К скутерам на прокат народ только присматривается. Рижанин Мартинш отреагировал на мопед больше из любопытства. Решил погонять на нем в свой выходной. С друзьями договорились встретиться в городе. Было поблизости этот мотороллер, поэтому взял. А почему не такси, не трамвай? Не знаю, так интереснее. У меня свой скутер нет, поэтому хотел попробовать. Скутеры и самокаты, а еще и каршеринг, краткосрочная аренда автомобилей – это все элементы того, что сегодня можно обозначить как транспортная революция 21 века. Личная машина теперь выглядит как анахронизм.
начиналась революция тихо, без фанфар. С того момента, когда голландцы еще в середине 60-х годов прошлого века придумали байк-шеринг, прокат велосипедов. Именно велосипеды стали двигателем городского прогресса. До Латвии западная мода на байк-шеринг докатилась к концу 80-х, еще в СССР. Тогда же в республике появилась и первая велодорожка, соединившая Ригу и город-курорт Юрмалу. Электрички – самый народный вид общественного транспорта – в туристический сезон попросту не справлялись с перевозкой пассажиров, а велосипед выглядел как вполне доступная альтернатива. Там всегда полно народу, тесно, неуютно, рабочий класс едет. Рабочий класс я уважаю, но, естественно, у каждого свои заводские запахи. Поэтому я подумал, что бы еще сделать? Говорил железной дорогой, чтобы чаще электрички шли. Говорит, не можем, потому что будет аварийность на дороге большая. Ну, понятно, я думаю, вот хорошо бы сделать так, чтобы можно было параллельно железной дороге ехать вот на велосипеде. Характерно, что родоначальником байк-шеринга в Латвии, а возможно и во всем СССР, стал Альфред Рубикс, последний глава латвийской компартии. Теперь он вспоминает, что идея пришла сама собой. Как-то ненароком он заметил велосипедиста, который ехал по асфальтированной дороге с удочкой за спиной в сторону моря. И тут его осенило – надо построить специальную велодорожку до Юрмалы. Но так, чтобы воспользоваться ей мог любой желающий. А для этого необходимо организовать и прокат велосипедов. В обеих концах велодорожки были предусмотрены пункты проката велосипедов. То есть, если своего велосипеда нет, то тогда не очень это было развито. В этих пунктах можно было по сносной совершенно цене получить велосипед, приехать и там, знаете, дальше идти пешком гулять по лесу или переплывать реку и отдыхать. Но по-настоящему велосипедным городом Рига стала уже в 21 веке, когда местные власти внесли велодорожки в план развития латвийской столицы и начали, соответственно, перестраивать улицы. Однако процесс этот, признают чиновники, движется с трудом. Бюрократии много, а денег мало. Сейчас мы ищем более дешевые и простые варианты. Это временные велодорожки. По уму надо делать так, когда меняется дорожное покрытие, нужно изменить организацию движения. Сменили покрытие, и посредством маркировки, дорожных знаков мы делаем улицу более удобной для велосипедистов. Надо поднимать перекрестки, что автоматически сократит скорость автомобилей до 30 км в час. Так улица будет удобной для всех. Все познается в сравнении. Рижанин Андрей много лет жил и работал в Стокгольме. Велосипед стал его основным средством передвижения. Настолько удобно был продуман город. Не изменил он своей скандинавской привычки и в Риге, когда вернулся домой. Андрей по-прежнему гоняет на работу на велике. Но каждый раз это испытание и экстрим. Рижские велодорожки местами переходят в проезжую часть, местами в пешеходные тротуары. Например, за свою дочку я бы переживал, если бы она поехала кататься в городе одна. Ну, я не считаю, что надо копировать какую-то страну, ни Голландию, ни Данию, ни Швецию, потому что Рига – это Рига. Рига, у Риги свой план. Его строили по своему плану, Копенгаген строили по и другие датские, например, города, у них свой план. И не считая, что надо копировать, надо искать что-то свое. Что свое? Ну, мы начинаем с нуля, можно сказать. У нас, да, может быть, чуть-чуть выше нуля, у нас ничего нету. У нас есть тротуары, которые используют все, и кто посмелее, тот по дороге. Начинать? Не знаю, у меня нет ответа. Я даже, честно, не знаю, с чего начинать. И тем не менее, Рига все равно город велосипедов. Настолько они здесь популярны. И транспортная революция в Латвии началась именно с байк-шеринга, который в августе 2013 года рискнула запустить международная компания Sixt. Но спустя 7 лет мировой концерн по прокату автомобилей отказался от рижских велосипедов. Бизнес выкупил Марсис Блумбергс. Теперь он глава латвийского отделения платформы Next Bike.
Я думаю, что у моего бизнеса есть будущее. Аренда велосипедов – это своего рода социальное предпринимательство. Люди здоровее, на дорогах меньше машин. Я получил грант от самоуправления Риги. Городу понравилась идея, я считаю, что эта сфера имеет перспективы именно при поддержке города, который должен быть заинтересован в том, чтобы разгрузить улицы. Марцис Блумбергс не стал изобретать велосипед. В его бизнесе, чтобы не проиграть конкурентам, главное быстрее крутить педали. Особенно сейчас, когда по велодорожкам Риги уже гоняют электросамокаты и скутеры. Рядовой потребитель в растерянности. Сегодня предложение явно превышает спрос. Революция свершилась прямо на наших глазах. Осталось только выяснить опытным путем, какой вид транспорта выгоднее. Я сейчас нахожусь в Пурциемсе, одном из самых густонаселенных спальных районов Риги. Большое количество жителей каждое утро едут на работу в центр города. И я решила провести эксперимент. Взять здесь, в этом микрорайоне, в аренду самокат, велосипед, мопед. И я первым проведу эксперимент с велосипедом. Для этого мне нужен мобильный телефон, в котором скачано, уже установлено и скачано приложение. И работает все очень просто. Нужно просто поднести, сосканировать этот код, и он разблокируется, и я могу ехать. Чтобы ехать на велосипеде, права не нужны. Это и хорошо, и плохо. Часто пешеходы жалуются, что велосипедисты попросту не знают правил. Правда, мне реально страшно. Я никогда в жизни на велосипеде вот так по дороге не ехала. Мамочки! Страшно это, конечно, субъективно. Я привыкла ездить по Риге на машине. На велосипеде, если не знаешь маршрута, намного сложнее. Моя сумка! По правилам, если есть велодорожка, ехать надо по ней. Если нет, тогда можно по тротуару, но осторожно. А можно и по проезжей части, если уверен в себе. Кстати, в Риге общая протяженность велодорожек порядка 70 километров. Это немного. Так что велосипедист время от времени все равно вынужден соскакивать на трассу. Я сейчас еду по специально оборудованной велодорожке. По этой улице ездят трамваи, машины. На велосипеде здесь все отлично, прекрасно. Я еду, как бы, ну знаешь, что это вот моя часть дороги. Вот мы и приехали. Итог. Поездка по данному маршруту на велосипеде заняла 16 минут. Прокат обошелся в 1 евро 29 центов. Я продолжаю свой эксперимент, и сейчас я поеду на электромопеде. Если честно, я очень боюсь, потому что никогда в жизни этого не делала. Чтобы взять его в аренду, нужно скачать приложение, сфотографировать свои водительские права, потому что без B-категории на нем ездить нельзя. Нажимаешь кнопку «Старт», и он начинает работать, он тебе открывается. Здесь внутри каски. Мы стартанули. Мне, честно, очень-очень страшно. Очень-очень чувствительный газ. Буквально там чуть резко на себя сделаешь, и он рвет с места. А вместе с ним и душа в пятки. Сейчас мы едем со скоростью 30 км в час, а максимально он развивает 45. Ну, я скажу, что я бы, наверное, еще раз взяла бы в аренду такую штуковину. Мне кажется, интересно. Кстати, он хорошо амортизирует достаточно на ямах. Но мне уже хочется газку поддать чуть-чуть. Давай побыстрее, мне уже понравилось. Я ехала сравнительно медленно по причине неопытности. Время в пути 14 минут. Потратила 2 евро 60 центов, вдвое больше, чем на велосипеде. Здравствуй, велосипед! Если вы едете на свидание или на собеседование, то, наверное, мопед – это не тот вид транспорта, потому что посмотрите, что с моими волосами. И там скичкой какой-нибудь точно не прокатишься.
Мопед, как и велосипед, можно оставить просто в городе. Если вы выберете неправильное место для парковки, приложение начнет возмущаться и не позволит завершить поездку. В моем случае место парковки оказалось разрешенным. И снова мы впурцаемся, и в этот раз я поеду не на велосипеде, не на мопеде, а на электросамокате. Посмотрим, как это работает. В аренду взять его элементарно просто, сосканировал код и вперед. Кнопка старт, тормоз, и в инструкции, ну, в приложении написано, что нужно два раза оттолкнуться и покатился. Перед началом эксперимента я искала правила для самоката, спрашивала у знакомых, можно ли ехать на нем по проезжей части, нужен ли шлем, но никто ничего не знает. Мы обратились в Министерство транспорта. Выяснилось, что никаких правил для электросамокатов в Латвии нет. Бери и катись. А ощущение нестабильности. То есть, если на велосипеде я знаю, как там быть с ямами, на мопеде он такой, очень хорошая амортизация у него, то в этом случае в яму мне попасть на этой штуковине страшно, я боюсь. Но это очень субъективно. Другие, я думаю, гоняют и получают огромное удовольствие, никто не падает. Прокатные самокаты развивают скорость до 25 км в час. И это проблема для пешеходов. В движении таким снарядом вполне можно нанести серьезную травму. Причем виновник ДТП, водитель самоката, по нынешним законам не виновен. Нет пока просто никаких законов. Власти обещают срочно исправить ситуацию. Пока же вся надежда на аккуратность самокатчиков. Ну что, 15 минут и 2,25 в евро. Вывод. В цене выиграл велосипед, в удобстве – электротехника, все остальное – индивидуально. В этом новом мире человек должен решить для себя всю ту же старую проблему – проблему выбора. Мария Кобузева, Игорь Никитенков, Балтия.